Недавно в городе Муроме Владимирской области открыт новый дом культуры «Строители». Пока здесь никого нет, мы с вами осмотрим помещение. Светлые просторные фойе клуба украшены художественной росписью. Есть здесь читальный зал. Специальная лекционная комната. Хорошо оборудованный спортивный зал. Настанет вечер, и в Доме культуры соберутся его хозяева, своими руками построившие это здание.